Сегодня я хочу посвятить этот концерт светлой памяти моего дорогого учителя. Мне выпало большое счастье почти 40 лет общаться с этим выдающимся человеком. Он за эти годы стал гораздо больше, чем просто учитель. Это был близкий друг, очень дорогой коллега. И так случилось, что вот мы только что проводили его. Он очень хотел прийти на этот концерт. И символично получилось, что в программе этого концерта сочинение Фредерика Шопена, которого Сергей Леонидович очень особенно любил и часто играл. Я помню в этом зале один из последних его концертов в 90-е годы. Это был концерт Шопена. Будем его помнить всегда.